Уволиться по собственному желанию. Такое распоряжение дал Владимир Явланов своим заместителям, главам внутригородских округов, руководителям департаментов и управления Краснодарской администрации. Мэр намерен рассмотреть заявление каждого, после чего определиться с составом команды, которая продолжит дальнейшую работу. По словам Владимира Явланова, кадровая перезагрузка станет своеобразным экзаменом на профпригодность в новых условиях и проверкой способности выполнять задачи, поставленные перед городом, губернатором Кубани и жителями краевого центра. Сегодняшний момент другого пути организации всего процесса управления городом нет, как только произвести так называемую перезагрузку. И правильно оценить возможности каждого по своей должности, по своим обязанностям в этой обстановке и при таких оценках, которые сделаны и делаются на сегодняшний день, мы должны, безусловно, принять адекватные меры, в первую очередь того, чтобы дальнейшая работа осуществлялась, так сказать, людьми, которые полностью осознают задачу. Кто останется на занимаемой должности, а кто появится в команде городской администрации, будет вскоре озвучено. Мэр Краснодара подчеркнул, что до принятия окончательного решения все руководители продолжат работу в статусе исполняющих обязанности.